Уже не размажется, наверное. Но накрась, иногда макаю кисточкой вот сюда. Младшие раскрашивают, старшие вшивают замочки. Многодетная семья безматерных, вся при деле. Готовят для алтайских солдат очередные памятные шоперы. Я обожу трафареты. Кирилл разукрашивает танки. А Карина обводит буквы. Семья ежемесячно на собственные средства приобретает сумочки, кисти, краски. Садится дружно за работу, и через пару часов вместо черной ткани яркий авторский рисунок. И слова поддержки тем, кто находится на линии огня в зоне СВО. Очень хочу, чтобы они были счастливы и здоровы. Сколько делаете шоперов? Когда найдется время. За день можем сделать 10 штук. Шоперы, они идут непосредственно к какому-то солдату. Ну, коробки все коробками отправляют, вся страна сейчас коробками отправляет. А это просто, ну, просто тепло, домашнее тепло, домашнее. Может быть, вот он просто возьмет вот эту сумку, которую собрали дети, и вспомнит, что, может, у него дети есть, может, дом вспомнит. Дети не просто готовят для бойцов памятные сумочки, но и наполняют их подарками. Ребята кладут средства первой необходимости, чай, кофе и, конечно же, то, к чему они сами неравнодушны – сладости. Конфетки, чтобы побаловать, охота сладкая. Я знаю, что мужчины, особенно если они очень любят сладкое, я знаю, мои мужчины все любят сладкое. Винт, он тоже всегда пригодится, даже если не ранили, мало ли что, где-то поцарапался или что-то. Чай. Просто между боем, может быть, просто охота попить чаю горячего. Заботу к тем, кто защищает родину, привили детям супруги безматерных. За 30 лет совместной жизни они воспитали 23 ребенка. Среди воспитанников, как родные, так и приемные. Чувство патриотизма от родителей передалось абсолютно всем детям. Я же не могу и по состоянию здоровья пойти и встать с ними в строй. Чем-то же мы должны помогать все равно. Мы же не должны просто сидеть и ждать. Ага, вот пусть там кто-то воюет, а мы будем тут царство лежа на боку печь блины и со сметанкой жировать и все. Что-то мы должны делать. Шоперы с подарками семья ежемесячно направляет на передовую. Отправить памятные сумочки парням за ленточку каждый раз помогает Народный фронт. Сейчас многодетная семья готовит новую партию шоперов и приглашает солдат при любом удобном случае к себе в гости на блины. Наша большая многодетная семья приглашает себе в гости на блины, вот такие блиночки. Солдат. Валентина Аскерова. День с толком.